Всем привет, с вами Влад. В этом видео я расскажу, как сделать музыкальную пасхалку и получить бесплатные патроны на карте Ночь Мертвецов. Итак, поехали! Для начала нам нужно нажать 4 кнопки. Открываем дверь. Ложимся. И вот тут будет кнопка. Далее идем сюда, и рядом с перком «Пинок Мулы» находится вторая кнопка. Далее поднимаемся наверх. Поворачиваемся направо. Вот третья кнопка. И последняя кнопка над лестницей. Вам нужно прыгнуть и нажать «Использовать». После того, как вы нажмете 4 кнопки, раздастся соответствующий звук. Вот он. Далее подходим вот сюда, и на полу будет лежать фигурка Саманты. Жмем «Использовать» и забираем ее. После этого будет слышна музыка шкатулки. Чем громче звук, тем ближе кукла. Вам нужно выбить 5 кукол. Я вам покажу все места. После того, как вы выбьете кукол, раздастся соответствующий звук. Далее подходим сюда. Здесь стоит Саманта. Жмем «Использовать». Из-под земли вылазит рука и забирает фигурку. И на этом месте появляются патроны. На этом наше видео подходит к концу. Пишите комменты, какие гайды вам интересны. Буду делать. Ну а с вами был Влад. Всем пока!